Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу вас, спасибо большое. Уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России, начать послание этого года хочу со слов благодарности российским военнослужащим, которые борются с международным терроризмом. Сегодня здесь, в Георгиевском зале, историческом зале русской воинской славы, присутствуют боевые летчики, представители вооруженных сил, участники антитеррористической операции в Сирии. Присоединиться к нам нашли в себе силы и Елена Юрьевна Пешкова, и Ирина Владимировна Пазыныч, которые потеряли своих мужей в войне с террором. Низкий поклон вам и родителям наших героев. Прошу почтить память наших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг. Память всех российских граждан, погибших от рук террористов. Спасибо. Уважаемые коллеги, Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всей цивилизации. Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма. Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, ее граждане испытали жестокие террористические атаки. Мы помним захваты заложников в Буденновске, Беслане, в Москве, безжалостные взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс», теракты в столичном метро и в аэропорту Домодедово. Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое навсегда останется с нами, со страной, с родными и близкими безвинно погибших людей. Потребовалось почти 10 лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы выдавили практически террористов из России, но до сих пор ведем непримиримую борьбу с остатками подполья. Но это зло до сих пор дает о себе знать. 2 года назад совершены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван российский гражданский самолет над Синаем. Невозможно победить международный терроризм силами одной страны. Особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще и новое переселение народов. Когда террористы получают постоянную финансовую подпитку. Угроза терроризма нарастает. Еще не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма. А недавно устойчивые и достаточно благополучные, кстати, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Ирак, Ливия, Сирия, превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру. И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? Заварили кашу, разрушили государственность, стравили людей между собой, а потом просто, как у нас говорят в России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам и террористам. Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России и стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы.
и если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся и у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан. Армия и флот России убедительно показали свою боеспособность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно. А бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и вооружения. Спасибо инженерам, рабочим, всем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И такой абсолютно определенной позиции наших граждан, в этой позиции глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств, высоких нравственных качеств, убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать. Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны. В 20 веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, самой кровавой мировой войной. Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей. Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций. Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность и не декларациями, а конкретными действиями. А это значит никакого убежища бандитов, никаких двойных стандартов, никаких контактов с любыми террористическими организациями, никаких попыток использовать их в своих целях, никакого преступного, кровавого бизнеса с террористами. Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и дает заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Мали, других государств. Мы помним о том, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах. И сейчас еще их там замечаем. Между тем, турецкий народ добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надежных друзей. И подчеркну, они должны знать, что мы не ставим знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии. Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов. Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И
Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции. Реакции, рассчитанные на, может быть, какие-то внешние эффекты или даже на сиюминутное внутриполитическое потребление. Этого не будет. В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать. Сейчас для отпора террористической угрозе мобилизованы наши вооруженные силы, спецслужбы, правоохранительные органы. Но понимать свою ответственность должны все – власть, политические партии, структура гражданского общества, средства массовой информации. Сила России в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователь иудаизма и буддизма. Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности. В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу. И, обращаясь к лидерам партии и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политическим силам, хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Вот что он писал. «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут». Не говорю, что любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше. Но русский должен знать цену свою. Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главное для нас – Россия. Предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, проходить в рамках закона, с уважением к избирателям. При этом необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность. Уважаемые коллеги, полагаю, что необходимое внимание в программах кандидатов и депутатов в депутаты будет уделено и вопросам противодействия коррупции. Они действительно, эти вопросы, волнуют общество. Коррупция – препятствие для развития России. Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны предоставлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе и зарубежных. Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей, близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов, и, конечно, гражданского общества. Буквально на днях участники проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» рассказывали мне о выявленных ими фактах злоупотребления, об откровенных нарушениях. Прошу Генеральную прокуратуру, правоохранительные органы незамедлительно реагировать на подобную информацию. Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни людей, интересам общества и государства. И, конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился. Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями.
А люди, в том числе совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям. Прошу Государственную Думу поддержать предложение Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой. Повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние. Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, которые они могут рассматривать. А с учетом того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, я знаю позицию правозащитных организаций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей. Но, повторяю, не просто сформировать эту коллегию, да и стоит это немало, если честно сказать. Можно подумать о сокращении числа присяжных до 5-7 человек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений. Уважаемые коллеги, в прошлом году мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами. Упали цены на нефть, другие наши традиционные экспортные товары. Был ограничен и доступ российских финансовых учреждений и компаний на мировые финансовые рынки. Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на уровне жизни наших людей. И хорошо понимаю, что люди задаются вопросами, когда мы преодолеем трудности и что для этого будем делать. Ситуация действительно сложная, но, говорил уже об этом и хочу повторить, не критическая. Уже сегодня мы видим позитивные тенденции. Промышленное производство и курс национальной валюты в целом стабилизировались. Наметилось снижение инфляции. По сравнению с 2014 годом мы фиксируем существенное сокращение оттока капитала. Но это не значит, что нужно успокоиться и ждать, что теперь все чудесным образом изменится, или просто ждать, когда цены повысятся на нефть. Такой подход в принципе неприемлем. Мы должны быть готовы к тому, что и период низких цен на сырье, да, возможно, и внешние ограничения могут затянуться и затянуться надолго. Ничего не меняя, мы просто-напросто проедим наши резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где-то на нулевой отметке. Но дело не только в этом. За текущими проблемами нельзя упускать основные тенденции глобального развития. Стремительно меняются контуры мировой экономики, формируются новые торговые блоки, происходят радикальные изменения в сфере технологий. Именно сейчас определяются позиции стран в глобальном разделении труда на десятилетия вперед. И мы можем и обязаны занять место в числе лидеров. Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть. И, конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнеров. Какие направления должны стать для нас ключевыми? Первое. Конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем секторах. Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, создать современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей. Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача – чтобы число таких компаний росло быстро и во всех отраслях. На достижение этой цели должны быть направлены наши программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления производств и подготовки профессиональных кадров. Второе. Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска. Это в первую очередь строительство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное машиностроение.
Для них правительство должно предложить специальные программы поддержки. Финансовые ресурсы для этого предусмотрены. Третье. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан. Перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов. Мы многое сделали в демографии, образовании, здравоохранении. Основные ориентиры в этих сферах обозначены в майских указах 2012 года. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, существенные коррективы, но сейчас при текущих сложностях ответственность за благополучие людей только повышается. И прошу относиться к этим указам самым серьезным образом. Нужно стремиться к их исполнению. Четвертое. Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны. Напомню, по итогам исполнения федерального бюджета 2016 года его дефицит не должен превышать 3%, даже если наши доходы окажутся ниже ожидаемых. Обращаю на это ваше внимание, уважаемые коллеги, депутаты Госдумы и члены Федерального собрания, в целом Совета Федерации. Это важный вопрос. Я вот только что сказал, что финансовая устойчивость и независимость страны абсолютно связаны между собой. Пожалуйста, исходите из этих ключевых базовых соображений. Бюджетное планирование. Каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксации приоритетов. Необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе. Следует существенно ужесточить контроль за движением государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять конечному получателю только через казначейские счета. Доходы государства не должны уходить, что называется, мимо кассы. Из-за серых схем при уплате таможенных сборов, акцизов на алкоголь, табак и горюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Это прямое воровство. Предлагаю сформировать единый, целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. Здесь есть разные варианты, мы их многократно уже в последнее время обсуждали. Жду от правительства конкретных предложений. При этом вновь хочу подчеркнуть, в предстоящие годы налоговые условия для бизнеса меняться не должны. Пятое. Нам нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. В этом году мы в целом завершили реализацию планов, намеченных в рамках национальной предпринимательской инициативы. Динамика хорошая, но останавливаться, конечно, нельзя. Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими деловыми объединениями, должно продолжить системную работу по улучшению условий ведения бизнеса, постоянно отслеживать правоприменение на местах. Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономическим и общественно значимым вопросом. Именно вот этим, свободой предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства, мы должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать. Вот почему мы предоставили столь широкие полномочия недавно созданной Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса. Прошу министерства и ведомства, губернаторов, руководителей всех регионов Российской Федерации, государственные компании и банки оказывать ей все необходимое содействие. Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счет давно и не единожды даны. Уж сколько мы говорим на этот счет. Все сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где-то сокращаем, они где-то опять вырастают. Целая армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу правительственную комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов.
Хотел бы также привести цифры, которые подготовило одно из наших деловых объединений. За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел под так называемым экономическим составом. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч. Еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15% дел. При этом абсолютное большинство, процентов около 80-83% даже, предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание. Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у нее инструменты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискуссии идут на этот счет давно, что дополнительно нужно дать прокуратуре. Знаете, ведь мы в свое время следствие от прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить независимость следствия. Это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие инструменты, как отмена постановления о возбуждении уголовного дела, отказ от утверждения обвинительного заключения или даже поддержки обвинения в суде. Надо активнее использовать то, что имеется. И только после этого мы сможем проанализировать, а что же происходит на практике. Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономическим составам помещение под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Подчеркну, роль правоохранительной, судебной системы состоит в том, чтобы оградить экономику граждан от мошенничества и преступников и защитить права, собственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведет свое дело. И еще одна тема. В прошлом году было объявлено об амнистии капиталов, возвращающихся в Россию. Между тем, бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью. А значит, предложенная процедура сложна, гарантии недостаточно. Я вижу из-за дискуссиями, которые идут сейчас в обществе по этому поводу. Говорят, что то, что мы сделали, эти решения, которые приняли, они немножко получше, чем аналогичные решения прошлых лет, но этого точно недостаточно и сегодня. Прошу правительство провести консультации, дополнительные консультации с деловым сообществом, с Верховным судом, с правоохранительными органами и в короткие сроки внести соответствующие коррективы. А саму амнистию предлагаю продлить еще на полгода. Уважаемые коллеги, государство предоставит все необходимое содействие тем, кто готов идти вперед и быть лидером. Такую систему мы выстраиваем в диалоге с бизнесом, исходя из его запросов и задач, стоящих перед нашей страной. Финансовую поддержку проектам импортозамещения уже оказывает Фонд развития промышленности. Его программы востребованы предпринимателями. Предлагаю в следующем году провести декапитализацию фонда еще на 20 миллиардов рублей. Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения. Это предусмотрено таким механизмом, как специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые руководители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств. Ну, конечно, мы знаем и об озабоченностях региональных руководителей. И поэтому субъекты федерации должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу. Поэтому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за собой сокращение федеральных субсидий. Мы готовы гарантировать и спрос по этим программам и по этим проектам. Предлагаю дать право правительству закупать на внеконкурсной основе до 30% продукции, созданной в рамках специнвестпроектов, специнвестконтрактов. Но все остальное должно пойти на свободный, в том числе на зарубежный рынок, чтобы компании не теряли мотивацию, следили за качеством, стремились снижать издержки.
Вы знаете, когда такие программы осуществлялись в других странах, там для того, чтобы получить поддержку со стороны государства, ставилось даже более жесткое условие. Определенный объем выпускаемой продукции должен быть обязательно реализован на внешнем рынке. Для чего? Для того, чтобы производитель стремился к тому, чтобы выпускать качественную продукцию. Мы говорим, что мы будем гарантировать собственный рынок. Условия немножко у нас другие, чем в тех странах, которые действовали таким более жестким образом. Но исходить нужно из того, что продукция, которая будет производиться, она должна быть самого высокого международного уровня. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорого товар. России нужны компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать мировые рынки. Для содействия тем, кто готов к такой работе, создан российский экспортный центр. Кроме того, предлагаю сделать рост объемов несырьевого экспорта одним из ключевых показателей деятельности отраслевых ведомств, да и правительства в целом. Считаю также правильным реализовать инициативу делового сообщества и создать агентство по технологическому развитию, которое будет оказывать предприятиям помощь в приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицензий инжиниринговых услуг. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. И, конечно, нужно ломать стереотипы, верить в собственные возможности. Если идти вперед, то и результат будет обязательно. Пример тому наше сельское хозяйство. Еще 10 лет назад практически половину продуктов питания мы завозили из-за рубежа. Критически зависели от импорта. Теперь Россия среди экспортеров. В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 20 миллиардов долларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи вооружений. Или около трети доходов от экспорта газа. И такой рывок наше сельское хозяйство совершило за короткий, но плодотворный период. Большое спасибо селянам. Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем сами себя накормить, с учетом своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей. Тем более, что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растет. Чтобы решить такие масштабные задачи, надо сосредоточить ресурсы на поддержке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность. Именно на таких принципах должна строиться программа развития АПК. Я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия. Все должны быть эффективными. Прошу Минсельхоз обратить на это особое внимание. Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев. Причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат. Слушайте, мы уже сколько лет об этом говорим? А ВОЗ и ныне там. Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их. И продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю. Прошу правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов. А депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующие законы. Нам необходимы свои технологии производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственный посевной и племенной фонд.
чрезвычайно важная задача. Мы еще очень уязвимы по этим направлениям. Прошу подключиться к решению этой задачи ведущие исследовательские институты, Российскую академию наук, а также бизнес, который уже успешно внедряет передовые разработки. В прошлом послании было объявлено о запуске национальной технологической инициативы. Ее горизонт 15-20 лет. Однако практическая работа идет уже сейчас. Она показала, что у нас много сильных команд, способных предложить и реализовать новаторские идеи. И по таким направлениям, как нейротехнологии, беспилотные технологии в авиации, да вообще на транспорте, система хранения и распределения энергии, у России есть все шансы среди первых прорваться на глобальные рынки. Причем уже в ближайшее время, в ближайшие годы. На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической модернизацией, надо нацелить институты развития. Их у нас более двух десятков. Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в настоящую помойку для плохих долгов. Нужно провести их расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и механизмы этой работы. Знаю, что и правительство, и Центральный банк активно сейчас этим занимаются. Для обновления экономики нам следует активнее использовать инвестиционный потенциал внутренних сбережений. Я прошу ЦБ и правительство представить предложение по развитию рынка корпоративных облигаций, о чем мы тоже уже неоднократно говорили. Необходимо упростить процедуру их выпуска и приобретения. А чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от налогообложения купонный доход на эти облигации, в том числе от налога на доходы физических лиц. В промышленности и в сельском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сейчас реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они должны иметь положительный эффект не только для отдельных отраслей, но и давать стимул к комплексному развитию целых территорий. Прежде всего, это, конечно, частные проекты. Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки. Часто эти вопросы выходят за рамки одного ведомства. Поэтому предлагаю создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов. Этим мог бы заняться специальный проектный офис. Прошу председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева представить предложение по работе такой структуры. Кстати, одним из проектов может стать создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять. Уважаемые коллеги, мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве с зарубежными партнерами. Приветствуем инвесторов, которые нацелены на долгосрочную работу на российском рынке, даже несмотря на текущие, не всегда простые обстоятельства. Высоко ценим их благожелательные отношения к нашей стране, к тем преимуществам, которые они видят здесь для развития своего дела. Чтобы открыть дополнительные возможности для наращивания экономических связей России, наша страна участвует в интеграционных процессах. Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Создано единое пространство со свободным движением капиталов, товаров, рабочей силы. Достигнута принципиальная договоренность о сопряжении евразийской интеграции с китайской инициативой экономического пояса «Шелкового пути». Создана зона свободной торговли с Вьетнамом. В следующем году в Сочи проведем саммит России-АСЕАН и, уверен, сможем выработать совместную взаимовыгодную повестку сотрудничества. Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства. Вместе наши государства составляют почти треть мировой экономики по принятой покупательной способности. Такое партнерство на первоначальном этапе могло бы сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения товаров через границы, совместной выработки технических стандартов для продукции следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на рынке услуг и капиталов. Естественно, что это партнерство должно строиться на принципах равноправия и учета взаимных интересов.
Для России такое партнерство создаст принципиально новые возможности для наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг. Позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых технологических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки. Мы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры, будем развивать мощные логистические центры, такие как Азово-Черноморская, Черноморские, Мурманские транспортные узлы, современные порты на Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных авиаперевозок, в том числе в северных и арктических территориях. На одном из предстоящих заседаний Государственного совета детально рассмотрим состояние внутренних водных речных путей. Связующим звеном между Европой и АТР должен стать и Северный морской путь. Чтобы повысить его конкурентоспособность, намерены распространить льготный режим свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока, о чем нас просят предприниматели, работающие в этом стратегически важном для нас регионе России. Социально-экономический подъем этого региона – важнейший национальный приоритет. Инвесторы уже проявляют серьезный практический интерес к новым механизмам работы, которые мы предложили, включая территории опережающего развития. Поручаю правительству ускорить принятие решения по выравниванию энерготарифов для тех дальневосточных регионов, в которых они существенно выше среднероссийских. А депутатов прошу оперативно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении гражданам земли на Дальнем Востоке. За последние годы значительные ресурсы были вложены в обустройство Хабаровска и Владивостока. И люди видят эти изменения. Еще одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность. Но городская и социальная инфраструктура находятся здесь в запущенном состоянии. Это касается и общего облика города, и объектов спорта, культуры, учреждений здравоохранения, образования. Все это не соответствует потенциалу Комсомольска-на-Амуре. В том числе сюда сложно поэтому привлекать молодых перспективных специалистов, в которых остро нуждаются предприятия региона. Считаю, что в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Конечно, это нельзя сделать сегодня, на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что делать, как, каким темпом. Уважаемые коллеги, у нас есть долгосрочная повестка, которая не должна зависеть ни от избирательных циклов, ни от текущей конъюнктуры. И это понятно что. Это сбережение нации, воспитание детей и раскрытие их талантов. То, что определяет силу и будущее любой страны, в том числе и нашей. Начать хотел бы с демографии. Вот уже 3 года подряд в России отмечается естественный прирост населения. Да, он небольшой пока, но он есть. Что хочу подчеркнуть. По всем прогнозам, мы уже должны были бы сползти в новую демографическую яму. Через поколение прозвучало бы эхо 90-х, о чем нам говорили и что предрекали специалисты, демографы, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций. Но этого не происходит. И прежде всего потому, что половина новорожденных сегодня – это вторые, третьи и последующие дети. Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства. В следующем году истекает срок действия программы материнского капитала. Она уже охватила более 6,5 миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы понимаем, что всех этих наших усилий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия. Конечно, мы понимаем, насколько это сложно для бюджета. Это большие, серьезные средства. И мы говорили раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, как финансисты говорят, это вынести, сможем ли мы это все
надежно гарантировать и оплатить. Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю необходимым продлить программу материнского капитала еще как минимум на 2 года. Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного образования. За последние 3 года было дополнительно открыто порядка 800 тысяч мест в детских садах. Практически во всех регионах России детям от 3 до 7 лет обеспечена доступность таких учреждений. Знаю, что председатель правительства уделял этому особое личное внимание. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Но пока конкретные семьи все еще продолжают сталкиваться, многие, во всяком случае, с проблемами устройства ребенка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и правительство, и руководителей регионов обратить на это особое внимание. Теперь о здравоохранении. Главный результат всей нашей политики в этой сфере – рост продолжительности жизни. За десятилетия она увеличилась более чем на 5 лет. И в текущем году, по предварительным оценкам, превысит 71 год. Но проблем, которые нам предстоит решить, конечно, еще очень много. Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать права пациента, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая организация этого не делает, она должна нести ответственность вплоть до запрета работать в системе ОМС. Прошу правительство обеспечить здесь самый строгий контроль. Далее. Мы существенно нарастили объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Напомню, что в 2005 году в России делали 60 тысяч высокотехнологичных операций. 60 тысяч. А в 2014 – 715 тысяч. Впервые в истории страны значительную часть таких операций стали проводить без очереди. И это действительно достижение. Но нужно понимать, что некоторые операции дорогие. Как правило, их делают в ведущих федеральных медицинских центрах и клиниках. Для финансирования таких операций предлагаю создать в системе обязательного медицинского страхования. Мы много думали на эту тему. Или дополнительные деньги в общую систему давать. Здесь же депутаты, руководители правительства, губернаторы знают, что на самом деле на практике происходит. Система ОМС территориальная, и прежде всего она поддерживает территориальные учреждения здравоохранения. И руководители федеральных крупных клиник, где делают как раз вот большинство вот этих высокотехнологичных операций, конечно, очень обеспокоены недофинансированием. Поэтому для финансирования таких центров и проведения таких операций предлагаю создать в системе обязательного медицинского страхования специальную федеральную часть. Необходимые поправки в законодательство прошу принять уже в весеннюю сессию. Но этого недостаточно, потому что пока мы с вами принимаем эти решения, люди все-таки не должны страдать. И нужно обеспечить бесперебойное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, пока не принято это решение, напрямую из федерального бюджета. Вы знаете также, что в рамках нацпроекта «Здоровье» было проведено значительное переоснащение службы скорой помощи. Мы закупили большое количество современных реанимобилей и другой техники. Понятно, что проходит время, и автопарк нуждается в ремонте, обновлении. 10 лет уже прошло. Это ответственность субъекта федерации, и они в первую очередь обязаны обеспечить решение этой задачи, найти резервы. Послушайте, мы вот когда делали это 10 лет назад, я же хорошо помню, мы договаривались, мы вот вольем деньги федеральные, а потом регионы должны подхватить и держать на определенном уровне. Но этого не произошло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы. Но, как много раз уже говорил, надо приоритеты определять правильно. Нельзя было опять ждать, вот сейчас все развалится, и нам опять дадут денег из федерального бюджета. Судя по всему, придется это сделать, конечно.
Но это не то, о чем мы договаривались. Во всяком случае, прошу и правительство, и регионы сейчас к этому вернуться и вместе, но эту задачу порешать и решить. Люди жалуются, что им порой непонятно, почему закрываются или объединяются, например, больницы, школы, культурные, социальные центры, учреждения. Мы все время говорим о необходимости реструктуризации сети, в некоторых случаях переразмеренной. Да, это так. Но нужно действовать очень аккуратно здесь и понимать, что для того, чтобы выйти на определенные показатели, совсем не самым лучшим способом решения этой проблемы является закрытие ФАБов на селе. А это мы, к сожалению, тоже видим. И потом людям за 100 километров нужно ехать, чтобы получить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись. И поручаю правительству до 1 марта 2016 года подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений социальной сферы. Она должна быть обязательной для применения в регионах. Нужно найти вот такую форму, в том числе юридически обоснованную, которая бы позволяла это сделать. В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семьи и детей, нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях. Меньше бюрократизма в их работе. По итогам гражданского форума сообщества, который прошел в ноябре, предлагаю ряд конкретных решений. Первое. Будет запущена специальная программа президентских грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и селах. Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, будет установлен правовой статус «некоммерческая организация, исполнитель общественно полезных услуг». Предоставлен ряд льгот и преференций. И, наконец, считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов. Мы исходим из того, что мы хорошо с вами знаем действующее законодательство. Мы ничего не навязываем, но я прошу руководителей регионов и муниципалитетов учитывать это в своей работе. Уважаемые коллеги, в этом году, 1 сентября, как вы знаете, прошла встреча с ребятами, которые собрались в Сочи в Центре поддержки одаренных детей «Сириус». У нас действительно очень интересные, целеустремленные дети и молодежь. И мы должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя. Чтобы, независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта. С каждым годом у нас увеличивается число школьников. В течение ближайших 10 лет их будет на 3,5 миллиона больше. Это здорово, это очень хорошо. Но важно, чтобы этот рост не сказался на качестве образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал повышаться. В школах требуются дополнительные места. По моему поручению, правительство совместно с регионами подготовило конкретный план действий на этот счет. Принято решение уже в следующем году за счет федеральных средств направить на ремонт, реконструкцию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей. Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные обучающие новые технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образования. И, конечно, нужно взять все самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее. Построить работу на принципиально, конечно, новой, современной основе с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов. Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодежи к инженерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего. За последние 2 года конкурс в инженерные вузы увеличился почти вдвое.
В 2019 году в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Кстати, Россия первой в мире начала проводить такие соревнования для ребят 10-17 лет. Важно, чтобы эти турниры послужили ориентиром для школьников, для тех, кто только выбирает свою профессию. Мы должны сформировать целую систему национальных соревнований для рабочих кадров. Предлагаю назвать эту систему «Молодые профессионалы». Очень важное направление. Словом, российскую школу... Словом, российскую школу, дополнительное и профессиональное образование, поддержку детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы ее развития. Им, ребятам, предстоит решать еще более сложные задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной и нравственной опорой. Уважаемые коллеги, перед нами не раз вставал принципиальный, судьбоносный выбор пути дальнейшего развития. И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Россия в полный голос заявила о себе как сильное, самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями. Также уверенно мы действуем и сейчас, когда Россия ведет открытую, хочу это подчеркнуть, именно открытую, прямую борьбу с международным терроризмом. Мы принимаем решения и притворяем их в жизнь. Знаем, что справиться с задачами, которые перед нами стоят, способны только мы сами, но только вместе. Приведу еще одну цитату, совершенно неожиданную и даже и для меня. Слова, которые сказал человек, далекие вообще от политики. Это слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они. Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в благодушной семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня. И в то же время Россия – это часть глобального мира, который стремительно меняется. Мы хорошо понимаем сложности, масштаб существующих проблем, как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперед вместе. И вместе обязательно добьемся успеха. Спасибо.